Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo Reno 12 FS. И сейчас я покажу вам, как, что интересного есть в настройках камеры. Итак, открываем камеру. И теперь мы видим здесь несколько режимов. Режим Pro. Мы здесь можем настроить баланс белого, фокус, экспозицию, скорость затвора. Вот, здесь мы можем все это дело настроить либо вручную, либо можем выбрать автоматически. Также у нас есть режим видео, режим фото, портрет, и можем перейти в еще. И здесь у нас также есть несколько режимов, в принципе, классическое все. Далее, в режиме фото у нас есть Google объектив, очень классная функция. Благодаря ей мы можем переводить, мы можем искать что-то, мы можем делать домашнее задание. Что еще? Дальше мы можем перейти в настройки. Прежде чем перейдем в настройки, у нас здесь есть функция HDR, есть интервальная съемка, и теперь можем перейти в настройки. Здесь мы можем также по классике включить водяной знак, сетку и направляющие, конечно, можем включить, уровень. Дальше зеркальное отражение селфи можем включить. Можем сохранять настройки. Например, режим съемки. То есть при выходе, если у нас стоит здесь галочка, при выходе из камеры у нас будет сохраняться тот режим, который оставался при выходе. То же самое с художественными эффектами, выдержкой и настройки Pro. Дальше можем выбрать методы съемки. Здесь у нас есть снимок касанием, а также показать ладонь. И классная функция сканирования QR-кода. Я думаю, она сейчас нам очень нужна, поэтому включаем ее. Вот, можем включить в видео в формате высокоэффективного кодирования. Также можем выбрать, что мы будем делать при помощи кнопки громкости. Это может быть затвор, масштаб, либо громкость. И можем включить быстрый запуск. Для этого нужно еще перейти в настройки, выбрать камеру и разрешить включать экран. Вот. И что такое быстрый запуск? Мы дважды нажимаем при заблокированном экране на кнопочку громкости любую, и у нас включается камера. На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.